Так, только для частного использования. Меня зовут Медведев Евгений, компания Тезон Плюс. Вот продукция, которая представлена 120 серии, может быть обновлена до такого вот девайсика. Android 4.2 здесь. Ну я, собственно, вот настроил под себя. Сейчас играет онлайн радио. Простите, в Китае Wi-Fi тяжело идет. Ну вот я, допустим, юзаю Яндекс.Навигатор, вы видите сверху PC Radio, онлайн радио висит, да, играет. Голосовые подсказки настраиваются, как им быть с программой навигации. Так, ну давайте, ладно, что, уже 100 раз видели эту программу. Стас, поснимай, пожалуйста. Чтобы не дрыгалось. Я занят сейчас, подожди. Рукой закрываю. Ну, блядь. Дай-ка. Чуть-чуть вот так. На, будь оператором, чтобы не дрожало. А теперь давайте посмотрим, как это все работает. Полноценно работает голосовой поиск. Ой, это запись микрофона. Сейчас, подождите. How to close it. Как сюда выйти? Сейчас, секундочку, соображу. Например, вот режим радио. Это один интерфейс на Android 4.1. Пока не очень удобно, но здесь станции не листаются. Но есть FM диапазоны вот так раскиданы. Ну, режим стерео, само собой, и так далее. Режим AM, FM. Дальше. Как это выключить? Да, вот косяк, я не знаю, как выйти. Так, что еще? Это я уже тюнингом, рабочие столы меняются пальчиком. Экран будет емкостной, само собой. Например. Москва. Оскоп. Ну, короче, ищет. Вот. Река Оскоп нашлась. Неважно, сейчас устройство на английском языке, я не могу отобразить корректно. Ну, голосовой поиск будет работать. Я еще также предложу заводу добавить сюда Bluetooth встроенный для передачи данных. Будем подключать датчики давления в шинах и диагностику двигателя под андроидушку. Так, что еще? Давайте, ну, лаунчер закрывается. Вот мы, собственно, попадаем в обычную андроидовскую хрень, на рабочий стол. Google Market проверили, работает. Settings. Wi-Fi может работать как точкой доступа, так и обычным Wi-Fi. Звук, нужно ли нажатие на экран, выставляется здесь. Так, экран. Ну, понятно, сейчас мы яркость по максимуму поставим. Шрифты, подбор шрифтов. Сейчас нормал стоит. Можем сделать помельче, допустим. Ну, то есть менюшка вся собрана под палец. А языки, естественно, это все как и должно быть. Теперь, собственно, автомобильные настройки. Здесь мы выбираем программу навигации, которая будет по кнопочке GPS запускаться. То есть используем, допустим, CityGuide, то для CityGuide будут применяться следующие настройки. Она будет запускаться с кнопки OneTouch Button. И дальше здесь выставляете, как вести себя системе. Либо миксовать звук, да, и выставляете относительность микса. Либо просто вы ставите, и канал будет переключаться. То есть музыка затыкается, навигатор говорит. Навигатор сказал, музыка играет дальше. Установки автомобиля. Тут выставляются, собственно, всего лишь три параметра стандартных. Можно ли вам муви смотреть движение, так скажем, или нет. Но у нас в России можно. Настройки эквалайзера пока вот такой, с эффектом loud. Предустановки, соответственно, какие-то. Я хочу, чтобы здесь был DSP пакет и реально хороший эквалайзер стоял, сказали, это сделают. Данный образец будет разработан для Kia Mahav, для моей автомобиля в течение недели, и для Chevrolet Cruze позднее, чтобы тестировать систему с кран-блоками. Дальше настройки руля многочисленные для прописания кнопок. Изменения панели, кнопок нет.
Так, about процессор, модель. Он все собрал на кернеле. Итак, что еще? Ну, собственно, все, остальные функции. Здесь полноценный Android, никакой винды. Внимание, если мы, компания Red Power, одобряет данные образцы, то они массово вступают на широкий модельный ряд 120 серии. То есть теоретически через 3-4 месяца мы закроем весь возможный и невозможный ряд продукции под Android. Внимание, цена будет изменена несущественно. Все, спасибо за видеообзор. До свидания.